Тысячи евреев съехались в немецкую столицу. В Берлине в эти дни открываются 14-е Европейские Маккабеанские игры. По сложившейся традиции, раз в 4 года евреи со всей Европы собираются на свои отдельные соревнования. Перед Маккабиадой в Берлине открылась выставка под названием «Еврейские звезды в немецком спорте». В экспозиции 17 фигур высотой 2,5 метра. Сегодня еврейская жизнь в Германии возрождается. В Берлине большая еврейская община. Мы гордимся нашими традициями, и в течение ближайших 10 дней вы увидите, что быть евреем в современной Германии абсолютно безопасно. На сей раз на игры в Берлине съехались более 2000 спортсменов. За время Маккабиады они разыграют награды в 20 видах спорта. Большинство состязаний пройдут на Олимпийском стадионе Берлина, на котором в 1936 состоялись летние игры. Соревнования не затронут субботу. Как известно, в этот день у евреев спортсменов выходной, а вот завершится праздник спорта 5 августа.